Продолжаем делать работу. Значит, будем переделать жирафика. Значит, для него нужно сделать сначала туловище. Вот такой вот овальчик. Потом у него должна быть длинная шея. Катаем колбаску. И нам нужна еще голова. И четыре ноги. Четыре колбаски должны. Колбаски должны быть одинаковые для ног. Замеряю. Немножечко лишнее убираю. Колбаску. И еще одну надо нам сделать. Формируем, чтобы она у нас, они у нас были одинаковые по длине. И по толщине. Так, и теперь смотрите, что мы делаем. Берем можно кусочек зубочистки, можно спички. Берем, соединяем и стыком хорошо прижимаем. Прижимаем, прижимаем. То еще так сделаем, вот. И теперь также головку приделываем, прижимаем. Жирафа должна быть длинная шейка. И нам нужно прикрепить ножки. Хорошо прижимаем их. Два. Три. Хорошо берем стык и прижимаем. Прикладываем. Смотрим. Так, теперь нам нужно сделать коричневые. Копытца.
кружочек и его приплющиваем. Таких надо нам сделать 4. И прикрепляем. Раз. Два. Три. И прижимаем, ставим, чтобы жирафик у нас хорошо стоял на ножках. Шейку жирафику поднимаем. Так. Небольшой прогиб сделаем. Так, теперь нам надо сделать ушки. Два ушки делаем, два овальчика. Делаем такие вот. А теперь берем степ, делаем углубление. Раз ушко. Два ушка. И прикрепляем. Так, можем пока положить жирафика. Так, берем коричневый пластилин. Прикрепляем на мордочку. Делаем ротик и делаем 2 ноздри. Так, теперь нам надо сделать гриву и рожки. Делаем одну палочку. Вторую. Немножечко меняем оттенок.
кончик. Делаем второй кружочек. Там берем белый пластилин. Белые, две белых кружочек сделали. Так. Второй белый кружочек. Берем черный, маленькие кружочки. И делаем один зрачок, делаем второй зрачок, так, пока полежит, как раз подскинет немножко, и теперь делаем гриву. Как делаем гриву? Гриву делаем одну колбаску. Расплющили ее немножечко. И теперь берем ее. И вот такими вот движениями вовнутрь делаем. Как волоски. И прикрепляем гриву. Прижимаем пальчиками. Вот так. Вот. И теперь нам осталось сделать коричневые пятнышки. Маленькие кружочки берем. Делаем колбаску. И на кончик хвостик. И прикрепляем. Делаем, продолжаем делать пятнышки. Коричневые кружочки вставляем сюда ушки, чтобы это была глубина уха. Так, берем стык. И продолжаем делать еще маленькие кружочки, расплющиваем.
берем, подправляем все. Нам надо нашего жирафика поставить. Расставляем ножки немножечко в разные стороны. Поправляем хвостик. Ножки чуть пошире сделаем. Вот так. Вот наш жирафик готов.